Ну, чтобы сделать сюда лопасти вентиляторные, нам нужна будет наша знакомая глина полимерная. Потому что я пробовал из делать, ну, слишком трудоемко. И решил обратиться к родной полимерке. Так. И сейчас мы разметил. Вот так. 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 И по диагонали. И по диагонали. Вот. Далее в центр что-нибудь нам такое потребуется. Пимпочка какая-то. Так, тут сделаем центр, угу. Ну и разрежем. Вот так. Так. Теперь подымем один край. Укажем лепесточка. С учетом, что при запекании она осядет. Так, это вот этот край, да? Таким образом, да, у нас получилась крыльчатка. Вот так видно, да? Все, пошел запекать. Так. Ну, вентиляторы я поделал. Вот один, где-то второй валяется. То есть потом оставлю вот сюда. Но у меня, вот у меня два вентилятора. У меня есть еще одна работа, это, видите, у колеса есть такая накладка еще, вот такая накладка. Я придумал сделать ее из тонкого пластика, вот так разрезать половиночку, вот так, и будет две половинки, вот так вот. Будет классно.
Сейчас я полностью покажу, как я ее делал. Вот. Сделал дырточку. Маленечко ее расшарошу. Вот такого сверла у меня нет. Сделаем так. Есть. Ага. Ну, сравню, да, еще немножко можно было бы. Так, еще раз сделаем кружочек. Теперь уже точно по центру. Начнем вырезать. Ну, это не так интересно, в общем-то, вырезать. Отточить, расточить. Вот. Так, где мой пылесосик? У меня здесь компьютер находится, поэтому приходится частенько пылесосить. Так, ну вот, в принципе, и все. Потом я вот так размечу половинку, разрежу на половинке, одна пойдет сюда, приклеится, вторая туда, на второе колесо. Результат покажу. Ну и общий итог вот такой. Результатом я доволен. Во вторник придет краска оливково-зеленая, такая военная. Буду подкрашивать. Тем более, что она очень хорошо отсюда выходит. Вот так. Здесь можно крепить, а здесь ставить это, она будет вращаться тут все. Так что я доволен. Угу. А, кстати, открыл для себя вот этот патекс. Кунststoff пластик. То есть пластик, да? И вот неожиданно он оказался очень хорошим, прилепляет насмерть, еле отодрал. Приклеил неправильно, еле отодрал. Так, что редко бывает, обычно сыпется все. Ну все, на сегодня, наверное, я... все. Так, ну наконец дождался. Давайте мы их скроем сейчас. Пластик Шрибер. Так открывается она, так вот так выдвигается. Так. Больше нет, что ли? Только одна, а нет, вот. Вот есть тут еще две. Ага. Ну ладно. Пробуем. Сейчас возьмем какую-нибудь залипушечку, вот такую. Так. И посмотрим, во что это выльется. Теперь нам нужна линейка. Вот она. Давайте поглядим. О, прелесть какая. Мягко, красиво, надежно. Так. И очень точно.
Можно до конца, то есть прорезать, а можно отламывать кусочки. Отлично. Отлично. Прям сплошное удовольствие этим пользоваться. Ну-ка. Да. Точно так она работает. Так. Ну что ж. Этим я очень сильно доволен. Просто прелесть какая-то. Можно убрать. Раз. Раз, закрутили. Раз, выдвинули. Раз, закрутили. Отлично. Так, что еще нам тут разбавили? Ревель. Ревель — это знаменитая фирма, которая моделирует. Уважают модельщиков. Так, да, странно как-то. Она упаковала тут дважды, получается. Так. Тоненькие очень пилочки, хорошо. Так, сейчас проверим, как они будут работать. Но. Сидит удобно. Ну-ка, сейчас я света добавлю, а то мне света не хватает. Вот так. Вот. Вот. Самую маленькую сейчас. Так зажало, да? Мне кажется, я наоборот перевернул. Ух ты, насмерть. Зажало насмерть. Так. Режет, главное режет. Почему она не хочет теперь вытаскиваться? Вот так. То есть тоже довольно-таки нормально такая пилочка. Так, только единственное, ее надо наоборот ставить. Вот так. Странно. Так она. Вот так она заходит. Получается вот так пилить. Ну-ка, вот так. Так она не хочет.
Что он тут вам говорит? Снап. Должно делать снап. Снап. Заснапалось, зажали. Отлично. Ну и вот, будем пилить при желании. Пилить надо аккуратненько, потому как я смотрю, она довольно-таки гибкая штука. На крайний случай надо брать более жесткую, да? Есть такая. Где она вторая? Так. Вот. Помощнее есть. Вот это и вот это. Хорошо, замечательно. Будем работать. Так. Между тем, что-то нам еще прислали. Да, ребята, моделирование такая штука, довольно-таки деньгозатратная. О. Так, это близко не для тебя. Поэтому готовьтесь к тому, что если займетесь, захватит вас, как меня. Это ноготочки, да? Но я их заказал 10 штук. Они стоят недорого. А единственное, что нужно будет необходимо взять такую палочку и на палочку наклеить. Зачем? Ну, потому что иногда нужны, конечно, такие более гибкие, когда мягкие поверхности, да? Ну, что такое? Кто хотел видеть собаку? Вот она. Собака. Но иногда, не иногда, а часто приходится вот такие штуки собирать. Поэтому это хорошее. И для вот этого пластика самое лучшее, это здесь написано 80-100, но мне кажется, немножко какая-то, она немножко другая. То есть она, я в магазине покупаю, но она что-то не то. Так, а это... Если мы... Это то, что я думаю. Немножко не то, что я думаю, но... Вы знаете, я одинокий мужчина в хозяйстве, да? И как бы мне очень часто приходится стирать свои майки и брюки. Поэтому я думаю, что вот это как раз мне к месту. Это оно. Теперь вы меня будете видеть вот в таком наряде. Вот в таком прикиде. Кармашков нету, да? Зачем мне кармашки? Ты скучаешь по мне, что ли? Ты маленький дурачок. Ну что случилось? Я никому я не уйду от тебя. И тебя никогда не брошу. Он пытается все выше и выше добраться. Ну все. Все. Все, отстань. Тимуру это будет. Ха-ха, ребят. Я на обратную сторону одел и ищу кармашек. Да? Вроде смотрел, был кармашек, да? Вот. Сейчас переверну.
Это хорошо. Ну вот, теперь я настоящий моделист-конструктор. Настоящий моделист-конструктор я теперь. И собака-моделист, и собака-моделист-конструктор, да? Я закончил вот эту часть. Видите, тут сделал кожухи вентилятора, вентилятор поместил вот туда. Здесь, я думаю, сделать подсветку. Здесь поставлю лампочку Лича. Так, ну и вот смотрится довольно-таки хорошо. Теперь мы будем делать вот эту часть. Но я вам сейчас покажу один примерчик небольшой. Здесь мне надо было сделать раз, два, три, четыре, пять. Такой пятиугольник, раз, два, три, четыре, пять, пять сторон, да, пять. Вот я эту сделал, но я хотел сделать цельную. То есть поцарапать, согнуть и вот так сделать. Убедился в том, что самое хорошее и быстрое решение, это когда делаете вот эту часть, потом вот эту, в середину вставляете один, и все, и получается прекрасненько. Кстати, заодно хочу вам показать, как здесь хорошо вписался в моей марочке. Луноходик. Выглядит импозантно. Ну и выглядит по месту. В следующий раз я вам покажу, наверное, новую вот эту мастерскую. Я здесь уголок такой создам, напоминающий мастерскую. Но тем не менее, знаете, я понял так, что просто на коленках делать и бегать то в подвал, то еще в ящиках рыться, это неправильно. Нужно все так-то очень хорошо сделать. Сейчас я займусь второй половиной. Ну и через день-два придет краска. Попробую краску, покажу вам. В общем, будет что посмотреть и что показать. А вам желаю всего доброго. До свидания, мои хорошие. Пока.